В соответствии с планом боевой подготовки войсковой части 21-814 прошел сбор поход по планированию ведения боевых действий. В рамках сбора похода отряд боевых кораблей осуществил стрельбы из разнообразного вооружения. Учения включали стрельбу по различным целям, таким как пловцы и плавающие мины, а также по наводным объектам. Особое внимание было уделено отражению атак с воздуха с помощью зенитного ракетного оружия, а также подавлению и уничтожению ненаблюдаемой боевой цели. Сбор поход длился 7 дней, в нем приняли участие около 100 военнослужащих. Эти мероприятия позволили военнослужащим повысить уровень подготовки, отработать навыки координации действий и продемонстрировать готовность к выполнению задач по защите морских интересов. Надводных кораблей военно-морских сил Казахстана завершен сбор поход военно-морских сил, в ходе которого были отработаны ряд мероприятий как на берегу, так и в море. В целом все поставленные учебные цели сбор похода достигнуты, задачи выполнены в полном объеме.